Сваровский, блядь, который стоил, блядь, рублей 800. Вот, всем приятного дня, блядь, если кто-то найдет мой глаз, перепродавайте его. А я выгляжу вот так, вот такая вот чика, вот такая вот нереалка, такая вот соска. Доброе утро. У меня есть такая проблема, куплю котлеты, помоги мне внести, что все есть это. Я когда выпиваю, я хотела выпить несколько пива в приятной компании с Андреем. Блять, так выпила нахуй, как овощ, блядь, просто. Ну ничего страшного, блядь. Кто мы? Мы все люди. Мы любим иногда выпить, да. Не пьем, но выпиваем. Пиздец, девочки. Ну ничего страшного, зато по праздникам только теперь буду пить. Что для меня значит метро? Метро — это когда ты заходишь в вагон, просто становишься, смотришь вот в зеркальное отражение двери, и обязательно какой-то чучмек на тебя смотрит и делает так, блядь. Поэтому я очень сильно люблю метро и всяких чучмеков. Всем чучмекам привет! Ребята, у меня в профиле вышло, но... Забафлило немного. У меня в профиле вышло новое видео. Хватит, ёб твою мать! Я сейчас буду делать ногти, у меня в профиле вышло новое видео про сантехничку. Комментируйте, ставьте лайки. Вам не сложно, мне приятно. Поддержите маму белоручку. Сантехничка Малина, привет, только не говори лишний раз делать ногти, я жду своей очереди, а я пока, она привезла кое-что из Таиланда, и я пробую вот эту вот залупу с яйцом, видите, написано на таджикском, а вкус как будто, блядь, ем мефедрон. Вот так вот выглядит, выглядит как ножка. Да, только ножка отлетела почти уже. А ничего, похуй. Я уже попробовала одну, знаете, сначала сладко, потом солено, потом очень рвет пукан, чувствую завтра, остро. Следующий у нас вот такой вот друг, Бенито Ебанито Кальмарик. Вот так вот он выглядит. Малина сказала, что говно, да? Да, вообще полное. Я сейчас буду пробовать, надеюсь, не умру. Извините, ребята, не смогу вам показать. Я только что взяла на ротан и умерла. Вы не представляете. Это на вкус как... На вкус как лайм говно. Она разблевала, аж фокус. Фу, это ебанись, мне обычно так... еды не кроет, но вот от этой хуйни, блять, надо депутатов травить вот этими кальмарами. Ну и просто отцов, дедов. Хочешь бабкину квартиру, блять, да, и кальмара. Последний герой дня, вот такая штука, Малина сказала, что это очень сладкое что-то, и ей хватает одной штуки на целый бздон, припиздон. Давайте попробуем, это что-то свитин, это с розой, походу, да, или с этой фруктом, драконий, драгон. Да, с драгоном? Что, с каким фруктом? Похоже на драгон фрукт. Давайте пробовать эту залупу. Конфета соленая, блять, как рыба. Соленая? Мне кажется, она сахарная, жесть. Ты мне специально какое-то уебище подсовываешь? Ребят, Малина сказала, что это очень сладкое, но честно, блять, после этих кальмаров ссаных у меня очень сладко. Ой, фу, соленые кисло. Смотрите, что мне привезла Марина. Блядь, тапки с Hello Kitty. Какой... Значки, значки и сосать, пососать Hello Kitty. А еще пакет с Hello Kitty. Буду передаривать днем подарки. Спасибо. Спасибо, пиздючка. Мы с моей любимой сделали мне ногти. Вот она, полусдохшая. Но все равно еще немного живая. Ты как голубь, который умер. И опять воскрес. Как там мемчик с голубем? Живой, но, сука, не живой. Это она. Сегодня, короче, в пирожковую заходили. Так скажем. Вот. И там женщина кашляла на пирожки. Я говорю, коронавирус. Она такая, нет, я просто плитка шоколада подавилась. Бедная, блядь.